Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас сегодня карта в Майнкрафте, только сегодня не прохождение, а обзор карты. И сегодня, вот мне кажется, я думаю, многие хотели этого от меня. Сегодня покажу карту на Hello Neighbor. Так, ну да, давайте я творческий режим все-таки выберу, чтобы сделать обзор карты. Ага, мне придется вот так вот еще сделать. Вот так. Короче, вообще много карт существует на Hello Neighbor. Но сегодня я вам покажу свою любимую. Я покажу вам свою любимую, которую я, кстати, давным-давно еще ставил. И вот пришло время показать вам ее. А вообще карты реально много. Причем даже есть карты со своими домами. Во-первых, у нас тут выбор есть. Выберите карту. Maps. Возвращение. Так, тут тоже. Что, какой-то у нас, значит, есть выбор. Посмотреть преальфу, посмотреть альфу 1, посмотреть альфу 2, посмотреть альфу 3. Полная игра. Альфа 4, бета 3. Смотрите на сайте Planet Minecraft. Карта для версии 1.11.2. Карлсброк 1.12. Escape to open... А, ну, видимо, так я и должен... Ой. Это бета 3, короче, посмотреть. А это посмотреть фабрику. Это посмотреть Neighbor 3. И неиспользованные карты. Посмотреть из прототипа, короче. Давайте посмотрим. Давайте не будем пока ничего нажимать. Давайте посмотрим вообще, в принципе, вокруг карты. Во-первых, мы видим такую церковь. Во-первых, мы видим подряд дома из разных альф. И так далее. Ну, а начинается наша карта с... Какого дома она начинается? Начинается наша карта с разрушенного дома соседа в акте 3. Но давайте посмотрим, пожалуй, с начала. Давайте посмотрим прототип. Посмотрим прототип. Пойдем по хронологическому порядку. Значит, в прототипе у главного героя дом отсутствовал. Он вместо него вот этот дом был. Но автор решил тут сделать какой-то неплохой для нас дом. Что ж, и нет, выглядит довольно неплохо. Можно spawn point сделать. Back to spawn point. А я же spawn point разве не нажал? Ага, вот, окей, понял. Так, ладно, с этим разобрались. Давайте посмотрим дом соседа. Самого соседа мы не увидим, но мы можем посмотреть каждый дом целиком. Собственно, как видите, действительно по комнатам все соответствует тому, что мы видели в играх. Здесь такой же хлам вещей. Здесь мы также окно разбивали. Здесь комната, которую в трейлере не показывали. Ну и вот здесь. Но чертежи и карта этого дома была в альфах, в файлах при альфа игры, поэтому вот они есть. Здесь невидимая стена, второго этажа нету, к сожалению. Ну вот, подвал, пожалуй, давайте снимем доски и посмотрим подвал. Ага, нас закопали, понятно, мы прошли при этот прототип. Вернуться на платформу, эффект соседа. Книга и перо. Так, ладно, возьму это все. Действительно, мы стали похожи немного на соседа. Так, вернуться сюда. Теперь посмотрим при альфу. Здесь у нас вот дом, собственно. Back to spawn point. Spawn point. Кровать, естественно. Что это? А что у нас за эффект? Невидимость. Какого фига у нас невидимость, я не знаю. Ну и, впрочем, не так важно. Ладно, в общем, смотрим дом из преальфы. Во-первых, посмотрим на него снаружи. Выглядит неплохо, кроме вот этого вот странной какой-то тени.
Ладно, теперь давайте зайдем в дом. А, в общем, это у нас гараж, собственно, непосредственно. Во-вторых. А, это нам автоматически на нас надеть должно было, типа, ну да. Так, ну второй этаж тут недоступен, как мы и должны были знать. Но почему-то здесь оставили вот эту дыру, чтобы мы могли разглядеть, что там. Что там ничего нету, если точнее. А, давайте смотреть комнаты, также шкафчик, собственно. Ага, кровать. Пожалуйста, кухонка. Кухонка. Кстати говоря, здесь должны быть двери тоже, но почему-то их нет. Подпертый стулом выход. Комната кверх ногами здесь у нас. Конечно же. Вот даже дверка кверх ногами есть, та самая. Которая открывается исключительно в кошмаре, при кошмаре с огромным соседом. И то, чтобы это успеть посмотреть, надо добраться. Пока кошмар этот не закончился. Ага, неплохо, 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 неплохо. Здесь тот же самый проход. Вроде бы этот дом также посмотрели. Давайте заглянем в подвальчик. В нем ничего нету. Ну и, собственно, на этом игра также закончилась. Собственно, это наш автомобиль. Теперь посмотрим Альфу-1. Во-первых, также такой же наш дом, только оранжевенький теперь. Изменен цвет. А, давайте посмотрим также дом снаружи. К сожалению, верхние этажи недоступны нам. Но есть... Вроде как есть карты, в которых есть и версия с полным, со всеми этажами. И, впрочем, мы играли с вами в очень офигенный мод, Neighbors Comeback, где был дом из Альфа-1 со всеми этажами, и этот мод просто офигенный был, просто офигенный. Вот, собственно, наш тот самый дом. Пока входить не будем в подвал. Смотрим, тут у нас гараж. Гараж. Здесь стулья мешающие. И тут у нас опять гроб такой вот с лопатой там. И это типа лифт. Здесь у нас ванная типа. Так. Есть, собственно, карты на соседа в Майнкрафте, где нужны моды, которые как раз таки создавались под Hello Neighbor. Ну как, моды. По Hello Neighbor. Моды. Моды на Майнкрафт, которые добавляют элементы из Hello Neighbor. Это реально классно. Так, здесь у нас тоже. Теперь давайте посмотрим второй этаж. Также это типа колокольчик у нас действительно. Акулы нету. Здесь класс. Конечно же. Примерчики, только примерчики, по-моему, другие. Подсказки нам типа дают. А, здесь вход на третий этаж. Что на третий этаж у нас завален. Здесь тоже ничего нету. Здесь типа камеры. Здесь джекхаммер. Собственно. Это типа нам надо разломать с помощью молотка отбойного. А, здесь кровать и комната, ведущая в никуда. Дверь, ведущая в никуда, я имел в виду. А, дальше что у нас? Давайте в лифт. Собственно, тут мы вроде бы тоже все посмотрели. Пора подвальчик посмотреть. Типа свет это у нас. Ну, теперь переходим к следующей версии. Альфе второй. Это у нас Альфа-2. Смотрим дом главного героя. Вот, как обычно все так же. Здесь комната пустая. Она действительно была пустой. Опять спаунпоинт.
Опа, ничего себе. Вот это не... Ой, я раздел соседа, похоже. Да. Спаунпоинт. Ага. Теперь давайте смотреть дом. Дом соседа. И действительно такая вот дверь от ядерного взрыва, типа подвал, супер железная дверь. Такая вот большая кухня. В принципе, можно считать и этот дом также и альфа и первой, ой, альфа 1.5, потому что здесь то же самое все по сути. Тут не отличишь мультяшный или реалистичный стиль-то. И тем более тут проход на второй этаж изначально тоже открыт. Кейкарт. Фейерверки даже есть. Ничего себе. Короче, прикольно, 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 прикольно. И спальня такая вот. Есть даже окошко. Только... А, да, можно вылезти из него. Здесь также дырка у нас находится. И вот здесь, за этим окошком, да, а там чернота одна, ничего там нету. Ладно, этот тоже мы посмотрели. И наконец-то покажут там подвал. Надеюсь. Вот, да, вот, пожалуйста, вход в подвал. Пожалуйста, есть подвал. Но лишь часть его. Так что скорее это альфа-2, чем альфа-1.5. Переходим к альфе-3. Tap to map. И даже ночь нам поставили. Back to spawn room, spawn point. Но это тот же самый дом. Здесь нифигатушки нет. И даже... А, вот, сосед также тут есть. Здесь наконец-то появилась кровать. И давайте смотреть дом. Собственно, дом огромен. О, так, кухонка, пожалуйста. Пожалуйста, тут у нас проход забитый. Так. Спальня с каким-то уж слишком огромным диваном. Ой, как гостиная, не спальня. Вот это спальня. Слишком высокой кроватью. Elevator after order. Out of order. Так, ну-ка посмотрим за этой дверью на что. Ну, тут типа манекены также должны быть. Манекен один тут стоит. Смотрим дальше, что у нас тут делается. Открылась решетка, как и должно быть. Так, ну тут, собственно, прыжок. А за картиной-то... Ой, за картиной-то что-нибудь есть? А, действительно. Есть. Все есть в этой игре. На этой карте. Так, ну так же все, как в Альфе 3 было. Правда, вот дверь почему-то вот эта находится не с той стороны. А это вместо двери, типа, кверх ногами. Ну, потому что в Майнкрафте нельзя поставить вот так вот дверь. Ну, не, вернее, не кверх ногами, а дверь, которая лежит. Не знаю, как правильнее назвать. Дверь на полу. А, смотрим дальше. Здесь этот лифт, он, конечно, не поднимается, но мы можем посмотреть, что там. Там нас туда не пускают. Но давайте разобьем блоки, да посмотрим. Но здесь ничего нет, потому что эта часть еще в Альфе 3 была не проработана. И доступа к ней нету. Как такового. Здесь шкаф, там прохода еще не было тогда в третьей Альфе. И давайте посмотрим.
Что за этим окном? Нам же в него нужно. Вот действительно, вот окно, которое там тоже ничего не было на тот момент. И вот здесь паркур даже. Не, паркура нет. Просто тут можно типа подняться. О, господи, ты боже мой. Тут можно было типа подняться. А чё он туда не проходит? Фиг его знает. Тут у нас дырка, где ломик должен быть. Вот он, пожалуйста. Типа мотыга это лом. А, так, вот тут железная дорога. Также она закрытая. И смотреть тут, в принципе, больше нечего. Давайте посмотрим подвал. Типа это та самая тень как раз таки. Соседа нету там. Так. Это нас вернули на спаун. Давайте поспим. Вернем день. Что? У меня заглючила игра. У меня заглючила игра, короче. Я не могу ничего сделать. Ладно, пауза, перезапускаем мы Майнкрафт. Так, продолжаем. Поставил день. Пришлось заново, правда, включать читы. Давайте перейдем к следующей версии. Включил папа музыку у меня. Так, нет. Сначала давайте... Не, давайте там уже релиз, видимо, пошел. Давайте сначала посмотрим... Или это бета 3, не, не знаю. Давайте сначала посмотрим Neighbor 3. Дом. Дом Neighbor 3. Вот этот. Огромный дом. Который являлся тестовым домом во второй альфе. Дом этот огроменный, его смотреть, возможно, придется долго. Да, уж это точно. Был у нас, кстати, по-моему, у нас, кстати, было видео, где я показывал один мод на Hello Neighbor, где был ремастер этого самого дома. Причем он, дом этот выглядел гораздо лучше и красивее, чем оригинал его вот этот. Но все равно карта была недоработана, но все равно мод этот недоработанный был. Так, слушайте, дайте мне факела, я ничего не вижу. Где у нас факела? Вот. Нифига. Не видно без факелов ничего. Ага, вот это мы круг сделали. Такие секреты. Это, конечно, все классно. Но дом этот довольно скучен, мне кажется. Хотя, в принципе, интересно. Но, в принципе, интересным... В принципе, интересный-то он... О, блин, случайно блок сломал. В принципе, интересным его можно назвать тоже. Он вообще похож больше на какое-то здание такое большое, недоделанное, чем дом. Для дома это уж какой-то сильно сумасшедший дом. Этот дом, правда, так и не попал ни в какую версию игры. А, я тут уже был. Карт. Очередная дверь, в которой нечего делать. Комната, в смысле. Так. Смотрим дальше. Что у нас тут делается? Смотрим этот этаж. Ага, ну вот. Это крыша уже, типа.
Тут ничего нету. Но это, видимо, вот эти клетки, это места, где текстур нет, не было вообще. Там они так примерно и выглядели. Hide here, да, там были такие таблички. Так, ну, не уверен, но вроде бы я все посмотрел в этом доме. А вот реально вот вступление из третьей беты. Дом, вот этот дом соседа, только без прочих настроек. Каким мы в третьей бете его и увидели. А не только, кстати, в третьей. В первой, второй то же самое было. И многие игроки, кстати, которые играли, даже не заметили, не обратили, не посмотрели на внимание наверх, не поняли, что это дом без вот этих настроек. Так, и все. Это типа вступление в третьей беты было. Fear Factory. Это страх фабрики. А, это просто вступление к третьей бете, да. Именно так. Да, давайте страх фабрики и потом посмотрим. Давайте дальше полетим туда. А, это релиз уже. Так, если это релиз, то надо начинать сначала. С того акта. Не, давайте сначала страх фабрики в таком случае посмотрим. Страх фабрики, да, вот, пожалуйста, страх фабрики. А страх школы, там, кладовка, это есть? Страх фабрики был в первой и второй бете, по-моему. В третьей уже он был убран. Решили его не добавлять. Так. Так, ну и давайте релиз уже. Full game, где full game? Так, ну, акт 1, пожалуйста. Это тот же дом из второй альфы, но немножко измененный. Но дом главного героя нужно посмотреть. Такой вот он. Этот мод игроки впервые увидели в мод-ките, когда был контест по созданию модов игры в 2017 году. И многие игроки думали, что это дом соседа. Но нет, это новый дом главного героя, который появился в релизной версии. Слишком уж он маловат для того, чтобы это был дом соседа. Мало мест, где можно в нем бегать было бы от него. Но тот же дом из второй альфы, но с изменениями. Он более такой узкий, что ли. Или наоборот. Вообще, мы должны вот так вот пролезать сюда. Разбить это окно и, собственно, вот так вот открыть этот проход. Здесь Red Key, собственно, наш лежит. И поэтому посмотрели. Давайте сгоняем подвал смотреть. Подвал тут также у нас имеется, конечно же. Он гораздо светлее, чем в Hello Neighbor. Что-то тут темно. А здесь получше. Понятно. Сходим туда. За этой дверью ничего не было, и она закрыта была. Эта дверь была там просто так.
Заперто здесь. Там генератор от двери. Ладно, я это пробью, пожалуй. Все это мы здесь видели уже. Сыграем. Так, ну и тут дальше типа бежать надо. Это типа такая дверь. И мы появляемся. Вот здесь начинается второй акт. Мы пробираемся. Здесь это типа вентиляционные шахты, только слишком уж она огромная здесь. И выходим наверх. И переходим во второй акт. Вот, собственно, пожалуйста, вот дом из второго акта. Давайте посмотрим, как он выглядит из... вот так вот, издалека. Давайте входить. Так. Ванна, она закрыта. И для прохождения она была не обязательна. Но одним из способов можно было. Для одного из способов стоило открывать ванну. Но это не обязательно. Три способа есть прохождения. Так, вот тоже здесь у нас котельная типа или что-то типа того. Ключи типа. Здесь то самое место, которое должно было забиться водой. Вот так оно и забилось водой. Видимо, командным блоком, я так еще полагаю. Так, ну и вот Red Key также. Теперь посмотрим, что здесь у нас. Здесь также один из краников типа. Прогуляемся сюда. Собственно, все комнаты нужно показать. Обязательно. Вот, пожалуйста, тоже. Не работает почему-то нотный блок. Ну и, собственно, вроде бы тоже все тут посмотрели. Пора на выход, наверное. Посмотреть дом из этот дом из третьего акта. Ага, а, еще же квартира главного героя есть, да, точно. Так, мы прибыли в начало карты, где вот разрушенный дом соседа. Никаких подвалов, ничего здесь нет. Сгоревший дом соседа, если быть точнее. И обещалый дом главного героя. Ну и то он тут выглядит более цветным, что ли, чем в игре. Так, ну и вот, начинается акт 3 у нас здесь. Начинается он опять же в темное время суток. Впрочем, его в любой момент может сменить. Теперь можно посмотреть и другие комнаты, которые имеются в этом доме. Так, давайте стул уберем. И это тоже пока что сразу. Спальня также. Ну, тут многие комнаты уже нету смысла большого так просматривать. В комнаты с первого этажа. Разве что на какие-то изменения. Если есть в комнатах какие-то изменения, то на них можно посмотреть. Если нет, как вот в этих комнатах с первого этажа, то бессмысленно. Ну вот, например, можно лифт посмотреть. А, нет, туда позже сходим.
Fear School, да, есть страх со школой. Страх фабрики, а он просто его, поскольку не было, его решили в меню выставить. Так, комната без стены. Так, собственно, выход здесь. Также, что он тут? А, это типа та самая платформа. Ну-ка, давайте доберемся туда. Здесь один из манекенов лежит и гаечный ключ. Был в третьей бете там гаечный ключ. Правда, от него пользы никакой гаечный ключ этот не приносил там. Здесь что? Активировать. И здесь типа лом. Теперь давайте посмотрим, что находится там. Здесь, я полагаю, тоже. Ну да, рычажок есть там. Теперь посмотрим тут что. Тортик. И один почему-то, правда, кусок тут лежит. А, ну это, видимо, так и задумано. Там же куски торта надо собирать было. А тут такую вот дверь решили сделать. Нормально. Более-менее нормально. Из люков. Тут все стандартно. Здесь типа камеры. Такие вот. Теперь здесь уже есть нормальный такой вход. На железную дорогу. Ну, поезд этот, конечно, не поедет. Есть проход вот сюда, но тут все завалено было, как и в игре оригинальной. Так, дальше. Смотрим станции. Вот, пожалуйста, одна из важных станций. Магнит здесь у нас находится. Здесь комната, в которой просто непереносимый хлам был. А это лифт. Туда, кстати, тоже стоит сходить. Вот здесь комната, где красный граммофон. Бэд граммофон. Плохой граммофон. Да. Может и логично. В принципе. Так, вот третья станция. Там, за этими зарослями. Манекен еще один мы могли бы достать. Собственно, так, так оно и было. И посмотрим вот эту вот. Где тут? Вот сюда нам надо было. Там. Убираем этот стул. Вот здесь дверь, которая открывается только ночью, и дверь, которая открывается только днем. Этот кусок торта. Такая вот дверь, в которой находится гитара. Видимо, вместо лопаты ничего другого придумать не могли. А может, ну, может и да. Так, комната, где надо вещи правильно расставить. Надо было. А, здесь у нас глобус. Выход к железной дороге. Fear Supermarket. Ну давайте пройдем Fear Supermarket. Так, ну ладно, я не буду грузить все эти товары, конечно, но давайте просто прогуляемся, посмотрим. Собственно, действительно, автор постарался очень, прям проработал каждый момент, каждую нычку. Complete level. Мы вернулись сюда. Еще один кусок торта здесь. Типа, это рычажки, которые открывают глобус. Здесь типа тоже все забито. Так, дальше вот
Какие комнаты дальше нам должны быть доступны? Где выход на улицу? Надо посмотреть, что куда там надо. Собственно, тут мы были, тут мы были. В этих местах... Ага, вот тут, вот здесь вот комната. В которую не было дверей. Здесь фотография с семьей соседа была. Как такая вот пасхалочка. Секретка. Здесь мы должны были попадать наверх. Здесь, за этим окошком. Еще третий кусок торта, последний. И здесь у нас заросли. Наверху у нас мельница и манекен. Там еще один должен быть. Да, так оно и есть. И пустой сундук. А, и, наконец, страх с кладовки здесь у нас. Fear darkness. Страх темноты. Собственно, вот так вот действительно мы должны были пролетать. Вот типа дверь. Только ручка сильно огромная на двери. Вот место с дротиками. Я насколько понял. И тут мы должны допрыгнуть типа до кнопки вот этой. Complete level. Так, отлично, это тоже дело мы прошли. Вроде бы все посмотрели, остается только посмотреть подвал снова. Смотрим подвал. Но этот рычаг уже ни для чего не был нужен. Там ничего нету и не, да, не должно ничего бы было быть. А, ну вообще, туда тень должна была выйти, но ее тут нет. Печка, кирпичная стена снова. И сюда перепрыгнуть надо было. Exit. Выход. Опять-таки этот же. И вот тут финал у нас ждет. Финал с огромным соседом. Правда, ничего он не делает. Это типа выключатель тут таковой. А где этот выход-то? Мы сюда как-то же попасть должны были. Во. Типа нажали на рычаг, попали вниз. Так, брелес. А, это крылья вместо зонтика. И там тоже они. Граммофон. Шарики. Хата. Ну-ка. А, это... А, вагонетки с динамитом. Ага, сейчас запустим. Сейчас сделаем. При взрыве, я так понял, должно взорваться. Ну-ка, сейчас проверим. О, а чё оно уже бомбануло-то? Ну да, так оно и должно было работать. Так, ну ладно, давайте залетим в этот дом. Собственно, то же самое, что мы и видели там. Правда, вон там дальше почему-то нет. Там мы должны были
Подвал чуть видеть. Здесь нету. А, ну и вот такая вот концовка, где... Ну как концовка? Еще один босс. Тень, правда, тени мы тут не видим. Собственно, какой путь у нас там был? Я уже что-то тут... Но поскольку дом просто разрушается, тут он не разрушается, поэтому не все проходы в него нам сразу доступны. По другим путям, видимо, приходится тут идти и... Так вот, тут все. Наверх, 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 наверх. Ну и две последние плиты. Сосед грустный там в этом домике. Тень. И все, типа, игра пройдена, так сказать. Back to menu. Где тут back to menu? А, че, пофигу. Ой, я попал за этот предел как-то. Ой, я что, в дом впечатался, что ли, прям? Или куда? Да, я впечатался прям в дом. Ладно, вроде бы все посмотрели. Давайте до конца долетим. И проверим, так это или нет. Чувствую, очень много гигабайт займет это видео. 41 минута все-таки. 42 даже. Декоративные дома имеются также. Так, ну дальше вроде ничего нету, вот кроме полицейский типа участок. Табличка. Больничка. Супермаркет. Заправка. ХН. Hello Neighbor, типа. А там было написано «Добро пожаловать в уровень ручей». И завод, собственно. Ладно, такая вот была карта на Hello Neighbor. Это первую часть. Может быть, и на второй Hello Neighbor также есть карты. Обязательно, я думаю, посмотрим в будущем. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. С вас подписался, с меня эпичные видосы. Надеюсь, ссылка на карту будет в описании. Версия 1.11.2. Подписывайтесь на влоговый канал Спадеру ВКонтакте. Подписывайтесь на канал в Зене. И всем пока.